Акция «Портфель школьника» стартует в Могилевской области. На протягу жнивня пройдет шерех доброчинных мероприемств, подчас яких будут собирать сродки на подрыхтовку школьников до научального года. По традиции, певная категория школьников отримает и допомогу державы. Например, с бюджета в области сёлета на гэтые потребы выделено каля 900 тысяч новых рублей. Кошт до деноминации 9 миллиардов рублей. Шматдетные, опекунские, неполные, приемные, замещальные и те семьи, что оказались у складанной житевой ситуации. Миновито им держава пропонует допомогу у подрыхтовцы школьников до научального года. Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» предусмотрена выплата единовременной помощи материальной семьям, воспитывающих троих и более детей, на каждого учащегося. Выплата будет составлять до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года, на каждого учащегося. Сёлета выплаты отрымают больше за 8 тысяч шматдетных семей, а это каля 17 тысяч навученцев школ в области. На протягу жнивня у области будут организованы доброчинные акции. Яны объединены назвой «Портфель школьника». У их традиционно принимают удел предприемства и организации в области, а так само простые громадяне. Для этого потребно звернуться у ближайшие до вас навучальную установу ти отдел адукации. Спытаться, какая допомога необходима, ти просто принести канцелярские товары, портфели альбо школьную вопратку. Собранные речи передадут детям, яким это необходимо. Катерина Балукова, Юрий Власцов, «Новин регион».